Это плоть мама, если ты не знал. В смысле, Гаус? Они слабые, что-то тупые очень. Ты прикрываешь, да? Молодец, прикрывай. Не дай бог нападут, ну. Надо прикрывать. Здесь главное ушами работать. Это число? Это палец, но это число. Пойдем. Здорово. Здорово. Я говорю, пойдем. Все, пойдем. Здорово, пойдем. Здорово. Да здорово, пойдем, говорю. Здорово. А то, что я делал до этого, это было нечестно, грязно и все. Уроки Аима. Плюс 7. 915. Записываешь? Почему радар говорит 10, а я вижу только троих? Монолит! А монолит! А ты же молился! Тебе неужели твой бог монолита ничего не сказал? То, что я иду сзади, это плохой бог монолита! Ой-ой-ой! Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий Хал, мы продолжаем проходить игрушку под названием Stalker Lost Alpha. Я добрался до Припяти, как вы помните, в прошлых двух выпусках, именно двух, потому что я два выпуска убил на то, чтобы пройти туннель, который ведет нас прямо в Припять. Мне, пока я начинал выпуск, написал смс-ку этот, как его там зовут, ученого, Сахаров, и говорит, что рядом со мной атакуют этих пацанов моих. Вот они мои пацаны. Обалдеть. Я смотрю, как ребенок на вертолеты, знаешь. Вот. Он мне говорит, что военных атакуют монолитовцы. Или монолитовцев атакуют военные. Как-то так. Я тебе точно врать не буду, кто кого атакует, но я пойду к военным. И, наверное, буду выступать от их лица. Потому что они мне сейчас, я смотрю на радар, нейтральными стали. Это же хорошо. Там атакуют. Ты, наверное, не услышишь, но я тебе говорю, что там стреляются. Блин, опасно. А вот что стоите там, мужики? А, мне туда надо... Лол, понял. Не лагай, пожалуйста, игра. У меня игра с самого начала жутко лагает. Как вариант, она просто не успела прогрузиться. Потому что я как бы только запустил ее, да? И ничего не включая, я начал запись. Поэтому игра имеет такое право, как подлагивать. Мы ее понимаем. Не понял. А нафига мне на радар? Чего? А как я получил квест идти куда-то там на радар? Где они? Где монолит? Не умирай, чувак, не умирай, не умирай. Я тебе не дам обиду. Я эту улицу помню. Эта улица была в оригинальной части игры. Ну-ка. Опа. Вау. Вау, молодой рядовой. А у вас боеприпасы? Минимум раз 10 покруче моих. Поэтому я вас имею право как ограбить. Если вы хотите помощь, то вы мне должны помочь боезапасом. Потому что от меня только будет стрелковая помощь. А чтобы стрелять, мне, соответственно, нужны патроны. А чтобы получить патроны, мне, как бы это грустно ни звучало, придется вас ограбить. Бак. В топливном баке я нашел тайник. Вот ты знал? Не знал. И я не знал. Кто главный? Это мертвый чувак? Или что? Кто главный? Я смотрю на радар. И чё? Возможно, надо просто на дурака двигаться с этими дурачками. На дурачка с дураками идти. Звучит вроде как бы как... кто там? Вот так вот нельзя делать, я так перегружен, придурок. Нормально, я стою перегруженный как человек. Да кто подбил за вас? Меня подбили, чуваки, меня подбивают. Забей. Меня главное убивать, смотри на радар. Появился снайпер. На вышке. Появился снайпер. Я в это все время стрелялся на аллее с другим чуваком, который ходит в экзоскелете и не умирает от 10 пуль винтореза. Это очень важное замечание, потому что таких придется убивать здесь постоянно. Ибо враги в этой игре охреневшие. И требуют к себе слишком много внимания, чтобы с ними прям перестреливались. Не просто пи-пи-пи-пи, а прям по-нормальному, как прям по-мужски. Боже мой. Это вообще пистолет, нет? Это вообще пистолет, мне честно скажи. По-моему, это вот это уже такое. Это что, автомат?
Ерунда какая-то. Чего вы с собой таскаете? Не понимаю, мужики. Вас неужели никто не спонсирует? Неужели вас, монолитовцев никто не спонсирует? Я в этом не поверю никогда. Вы такие крутые ребята. Такие себе пушки вон носите, классные всякие. Подбирайте друг у друга автоматы. Дожились. F5. Меня в прошлый раз тут чувак убивал. Где он? И что вы делаете? Вы от кого прячетесь, ребята? Я не понимаю, собственно, смысла своего квеста. Мне сказано помогать вам. А я только вижу надпись «Ленин». Вроде бы хорошая надпись. Вертолет улетает. Тоже хорошо. Как бы, да? Вертолет из-за нас? Пойдем. Вы мне координаты дайте какие-нибудь. Я пойду там сам с собой. Побегаю. Мужик, идем. Кто с кем? Убил. Найс. Снайперский выстрел. Дал ваншот. Ой. Камушек упал. Мой напарник только что стрелял туда. Я прицелился, сделал соответственный выброс. О, выстрел. Это как бы называется не просяк, это называется реакция профессиональная. Вы же понимаете, что я как бы не дурачок. И могу различать своих и противников. Ну а что делать, если я спас... Если что делать, у меня реакция такая жесткая, что я... стреляю быстрее, чем думаю в кого. Вот если бы я играл тут в одного, в Солянова, я бы тут, знаете, как всех бы за секунду раскидал. Но мне игра говорит нет. Одному не положено. И проходи с командой. Хорошо. Команда, конечно, та еще. Желает оставлять лучшего. Но все же, как говорится, лучше, чем ничего. Они очень хорошо справляются с тем, чтобы... Они очень хорошо справляются с тем, чтобы находить на радаре врагов. Это у них прям получается лучше всего. А конкретно убивать врагов, это уже я буду этим заниматься, потому что мне это удобно. Здорово, мужики, вы кого видите? Почему радар говорит 10, а я вижу только троих? 12, 13. Да все, хорош! Не балуйся. Нет ведь никого, я вон даже F5 нажал, сохранился. Никого нету, что делаешь? Наверху? Там нету. Я уверен, наверху никого нету. Да никого нету, смотри. Ну и все. Все, мужики, чисто, пойдем. Радар обманывает, у вас шалят радары и приборы. Пошли отсюда. Пойдем. Здорово. Здорово. Я говорю, пойдем. Все, пойдем. Здорово, пойдем. Здорово. Да здорово, пойдем, говорю. Здорово. У них только одно слово, что ли? Почему они с тобой постоянно здороваются? Они глупые или больные дети, что ли? У меня сломался квест также. Попрошу тебя заметить. Квест сломался в прямом смысле. Он мне требует прийти туда? И ничего нету. Мышь, скажи, пожалуйста, моим военным... Мыши, извините, вас тут много. Мыши, скажите, пожалуйста, военным, что тут никого нету. Ну, никого нету. Ты никого не слышишь, а я слышу. У кого автомат жестче? Это было все в оригинальной части, я помню. Они также сидели и бесконечно крутились. Ты их мог спокойно приходить и убивать. У них тут куча артефактов было. Кто спустился? Мне же не показалось? Показалось. Я думал, что там кто-то спускался. А! Дамаг? Дал дамаг. Да. А винторез так может жестко дамажить, что ли? Почему-то, когда в первый раз стрелял за чувака в экзоскелете, дамаг прошел не лучшим образом. Извини, кстати, за то, что я крикнул сейчас. Просто реально. В этой игре не все как обычно. Есть такое правило во всех шутанах. Никогда не нажимай на букву R, потому что перезарядка провоцирует выход противников. Да? Да. А в этой игре другое правило, обратное. Никогда не лутай трупы противников.
Они провоцируют их выход. А разрядить? Спасибо. Никого. Заметил? Лутаем. Никого. Лутаем. Никого. Лутаем. Успел вроде как. Осталось еще четверо. Как бы число невелико. Но, блин, они вечно убивают спину, не дают. Уже трое. Ты как бы сам понимаешь, да, что с кем мне приходится сражаться. Это разве противники? По-моему, нет. Это хуже, чем противники. Намного хуже. Они слабые, что-то тупые очень. Ладно, он один. Меня замочил в спину, то ладно. Но эти-то что? Они просто стоят и палят. Типа, здорово. Я постою тут и не против. Уроки Аима. Плюс 7. 915. Записываешь? Это мой номер телефона. Если захочешь так жестко стрелять с разворота, как я, то тебе придется позвонить. Записаться ко мне на уроки, понимаешь? А если ты хочешь... Кто? И все. Один чувак остался. Казалось бы, это много? А ни хера подобного, это очень мало. Там? Там. Находится ЧС. Это я сейчас сужу по оригинальной части игры. Там находится... Дура пугает меня. Ага. Еще как? Да, вот с этим вот чуваком будет очень долго, кстати, сражаться, потому что... У него с головой не совсем все в порядке. И я ломаю себе автомат. Я не хочу это делать, я себе лучше сломаю... Вот эту вот всю шайку. Он еще и этой хренью умеет пользоваться. Которая якобы его защищает. Ну это он так думает, что она его защищает. Вот это я придурок. А почему я не прицелился? А где он? F5. Кровь есть, крови очень много. А! Он взорвался, ну ладно. Руко, дай, пожалуйста. Возможно, я тут кого-то встречу, но шанс на то, что я его встречу, это 1 на 1 000 000. Ты слышал скрип? Слушай. Прикольно, да? Оказывается, в этой игре что-то может... Прямо надо мной. Внимание, противник надо мной. Здесь главное ушами работать. Когда ты играешь в такие вот игры, типа штанов, у штанов главное работать ушами. Потому что уши это твои самые верные союзники и самый точный информатор. О противниках. Возможно, они будут просто молиться. Придет время, избранные спасутся. Монолит! А, Монолит! А ты же молился! Тебе неужели твой бог Монолита ничего не сказал? То, что я иду сзади. Это плохой бог Монолита. Ой-ой-ой. Пойду до пацанов схожу хоть. Может, они мне что скажут. Типа, красава. Затащи. А, да ладно. Да ну. Да не. Да не. Думаете, я что, сталкер не знаю, что ли? Еще бы поверил по-вашему в такую уловку, как тайник в кавычках. Да черта с два, вы не на того лошара нарвались, который не знает банальные приколы сталкера. Я все знаю, я проходил его, потому что от и до. Прям буквально не от... Ух ты. Он куда-то опаздывает на совещание?
куда он спешит-то? Нифига он дурак. Он, смотри, прям какую-то так уверенно спешит. Ну не хватило мне дамага, что теперь? А вот теперь хватило. Делов-то. Надо было просто его патрулировать в прицеле. И когда он в конце концов меня начал замечать, для него это было уже слишком поздно. Но это ладно, это полбеды. Сейчас главная задача мне найти моих друзей. Почему-то друзей. А ты кто? И почему ты не стал другом? Лодь, ты как бы понимаешь, что это не та локация, на которой бы ты должна быть главной. Ты это должна понимать, как никто другой. И где? А, тут этот находится, лол. Призрак, или как там его? Здрасте. Тут закрыто, все, уходим. У тебя что же дети, как у меня? У тебя здесь дети, как у меня? Это плоть мама, если ты не знал. Она понимает. Она все понимает. Да, у меня есть дети. И такая, ну, типа, я тоже мать. У меня тоже есть свои дети. И мы такие, ну, материнская перестрелка будет. Она такая говорит, ну, ладно, сдамся я для тебя специально. А я никому никогда не сдавалась, но тебе я сдамся. И я такой, спасибо. И вот, собственно, вот так вот все и прошло. Как в этом? Как в Санта-Барбаре. Один в один. Лестница наверх. Тут-то, надеюсь, не завалено? Тут-то... Вот, вот, вот. Этого я и добивался. Вот таких коридоров я искал. Не понял. Я не этого искал. А где хоть что-нибудь в этой игре? Этот тоже бегает. Они что-то бегают и что-то ищут вечно. Как будто, знаешь, как будто у них только что перестреляли весь отряд на базе. И они ищут того, кто это сделал. Ну, блин. Слишком подозрительно. Там ведь никого не убивали у них. Что они за панику устраивают, ты знаешь? И я вот не знаю. Опа, тихо, радар. Нету больше никого на радаре. Минус один противник. Достаточно окрестность у нас стала тихая, стабильная. Потому что противники сейчас ходят только по одному. И убить их будет достаточно легко один на один. А то, что я делал до этого, это было нечестно, грязно и все. Это было очень тяжело, то, что я делал. Я зачем-то вылезал перестрелки, что-то стрелялся туда-сюда, туда-сюда. И как бы особо-то не проходил сюжет, который от меня требуется. А в этой игре он как бы есть. Просто мало кто его понимает. Вот я его понял. Я иду встречаться с чуваком по кличке Призрак или Клык. Вот единственное, косяк в моей голове и моей памяти, то что я не помню его кличку этого чувака, с которым я иду встречаться. По-моему, его звали Призрак. Потому что Клык хер знает куда шел. Каким-то по своим делам. Не. Игра просто прикалывается. В этом вся сложность Lost Alpha. Она очень сложная в плане своих коридоров. Я не знаю, зачем так разработчики перестарались и сделали 5000 коридоров. И ящики зачем-то положили пустые. Вот ящики просто не должны быть пустыми. Они настолько сильно заколоченные, что они просто обязаны в себе хранить хоть что-то. Хоть что-то должны в себе хранить ящики. Они по всем законам игров. Знал такое слово? Если ты вдруг не знал такое слово, как игра, теперь ты знаешь. Вот. Они должны себе хоть что-то хранить. И где кто? Тут только аномалии, что за дела? Почему друг есть, а аномалии нет? Здрасте. А на радаре есть такое понятие, как... О, не на радаре, на КПК. По соседству друзья. Призрак! Вот. Военные есть рядом. Я всех этих монолитов убил. Меч на третьем месте. Все хорошо.
Я уже всех настолько крутых поубивал, что какие-то бандиты? Я понял. Какие-то бандиты? Эта дверь открывается. Какие-то бандиты кажутся тебе намного крутыми противниками, чем они есть на самом деле. Видимо, пока я не пройду квест с бандитами, я эту дверь нихера не открою. Хорошо. Допустим. Эти подсказки очень странная штука. Они вообще подсказывают хрен знает что. Надо будет как-то погуглить, что ли, узнать что-то за стрелочки. Потому что я про них ничего не слышал. Про них ничего в целом-то не знаю. Не понимаю, зачем они нужны. Тут никого не осталось? Ну потому, блин, не потому что, а знаешь что? Я тебе скажу так. Подведу итог. Проникновение в Припять? Вот в эту. В оригинальной части было намного лучше и живее, чем то, что я делаю сейчас. Я что-то бегаю сам собой. Пытаюсь пройти какие-то квесты. Вижу кучу трупов, прихожу на точку, и ничего не происходит. Военные удрали куда-то. Всех пацанов поубивали. Да, кто-то может сказать, что я опоздал. Но я так не считаю, я пришел как мог. Шел как можно быстро. Может, таки надо было туда идти? В штаб, где куча военных? Блин, ну туда идти далеко. Это ж возвращаться надо, получается. И военных трупов. Ты видишь военные трупы? Я вот не вижу военных трупов. Тут только эти дохлые монолитовцы. То бишь, мои ребята справились с задачей на ура. И кому еще помогать? Отбивать надо, я не пойму. Военные убежали опять куда-то. Они просто бегают по всей локации и все. Это вся их цель в этой игре, просто бегать. Окрестности Припяти. Это я вышел из туннеля. Пойдем погуляем, поищем военных. Вертолет еще, конечно, чумовой. Летает туда-сюда. Он прям на диких скоростях летает. Но он при всем при этом не издал ни единого выстрела. Я решил, короче, перезапустить игру. В целом, вообще полностью перезапустить. Потому что ты... А, нет, ты это все видел. Я тебе показывал, что я гоню там. Помочь военным разбиться, разобраться с монолитцами. Вот такая вот задача сейчас. Да? Да. Читай внимательно. Помочь военным справиться с монолитами. Окей. Допустим. Пьем энергетик. Которых у нас нету. Хорошо. Допустим, у нас нету энергетиков. Просто побежим так вот, пешком. Как можем. Да, скорость маленькая, но... Бежать-то мы с вами можем? Бежать-то мы... Так, миссия не та. Миссия не та. Миссия не та, внимание. Вот туда надо бежать. Не разворачиваемся, просто бежим прямо. Окей. Нам нужно, потому что быть как можно быстрее. Слышишь выстрелы? Возможно, мне квест не зачитали только потому, что я никакой фраг не сделал. Да? Может быть такое, чисто теоретически? То, что я пришел, никакой фраг в прямом смысле не сделал. Это наш. Фраг есть. Он говорит, что ты убил. Да, в смысле ты убил? Я убил. Ты как бы... Пасть-то не открывай на лишние фраги. Они все мои были, очевидно. Я фраг сделал, ты видел? У меня как бы запись идет, мужик. Поэтому не отмажешься. Я все суды выиграю, не волнуйся. Фраг! Я сделал фраг. Фраг был мой, не гони. Фраги все мои, дайте мне фраг что сделать. Тихо. Ёха, пытается. Да стой ты, не стреляй! Дайте фраг сделать, это мой! Есть! Есть! Достаточно было просто перезапустить игру, чтобы пройти этот гребаный квест. А я какую-то херню делал. Проходил, то есть я, получается, пол видоса просто так записал. Так-то обидно. Так-то вообще-то обидно. В смысле, Гаус? Вы, наверное, ребят, не в курсе, но... Гаус пока что запрещен. Потому что я с таким оружием, как таковым, не виделся еще. Охренеть. Военные опять со мной здороваются зачем-то. Как будто мне от этого легче станет. Я не знаю, зачем это делать, но... Спасибо за Гаус, что ли. Она, конечно... Не самого лучшего качества в мире, но она больше, чем половина. А это хоть... Нет-нет, но да. Братан! Держи аптечку.
Да, научная аптечка, а что такое? Знаешь, для друга, мне ничего не жалко. Потому что друг попал в беду. Это тектоник? А, это он бинт себе дает. О, как. Тут в этой игре даже анимация бинта сделана. Внимание, запоминай. Ты же, наверное, не знал, да? Это полезная информация для тебя будет. О том, что в такой игре, как Сталкер, присутствует анимация бинта. Также это чувак, только что пострелив себя. Ну, это его кто-то пострелил. Подумал, что Бог ему дал шанс. И поэтому он может пойти атаковать врагов еще раз. Угу. Но я уверен, что Иисус немного другую ему прописывал, как это говорится-то, сюжетку, что ли. Другой сценарий ему дал для парня в рубашке, но он решил эту рубашку окончательно порвать. Пусть делает, что хочет. Мне-то как бы все равно. Мое дело пойти сдать квест по защите, скажем так, своих пацанов. Не, ребят, вы, конечно, себе домик выбрали топовый. Почему нельзя было... Почему нельзя было сразу сначала к ним сходить? И почему Ари сколько их? Ари сколько в доме, в штабе? И только 5 человек, кажется, отправилось на то, чтобы разобраться с толпой монолитовцев. Там, если посчитать трупов на пальцах, там даже пальцев ног не хватит, я тебе так скажу. Там протрат все пальцы на руках, на ногах. У твоего друга пальцы тоже тратятся. Но враги не кончаются, их очень много. Здорово, мужики. Ты прикрываешь, да? Молодец, прикрывай. Не дай бог нападут, ну. Надо прикрывать. Лейтенант, вы, конечно, устроились в самой жопе. К вам не подойти, не подобраться, вообще никак. Пацаны на матрасах отдыхают, молодцы. Потому что скоро нас ждет штурм. Самый главный штурм в этой игре, привет. Меченый, спасибо тебе за помощь моим ребятам. У нас с экологами договор. Мы защищаем их. А они достают интересные, интересующие нас редкие вещи. Есть желание присоединиться к нашему делу и извлечь из него свою выгоду. Рад был бы помочь, товарищ лейтенант. Желание, да, есть. Ну что ж, тогда слушай. Ученые хотят снять какие-то показания. И их нужно сопроводить, чтобы фанатики и прочая нечисть не помешали. Я бы и сам им без проблем помог, но не могу выделить людей. Монолит в спину дышит. Согласен помочь науке? Без базара. Славный ты парень. Я и маякну, чтобы тебя ждали. Но только не подведи, ага. Обижаешь. Будут ученые спокойные замеры. Игра зависла. Класс. Вырубись еще, пожалуйста. А, нет, не вырубилась. Я буду в этих краях совсем недолго. Так что поспеши. Моя метка отображается... Это, видимо, мне сказал какой-то ученый, да? Лампа моргает. Боже мой. Нифига себе. То есть, серьезно? Такие люди, как создатели Сталкера, разработчики, хотели сделать эффект мерцания ламп. Ладно. В 2007 году люди не могли нормальный свет сделать, они уже хотели мерцание. Такие говорят, будет у нас мерцание. И точка. Найти вещи для Круглова. Предложить помощь ученым. А, это мертвый композитор, лол. Погоди. Помощь ученым, вот. И все, и ничего нам левого не надо. Это что такое? Тайный торговец. А смысл не торговца, почему он выделен как зеленый цвет? Мне, конечно, военный сказал, что какая-то метка у него есть, но... Ладно. Возможно, эта зеленая штука должна указывать мне, куда идти. И это какой-то баг. То есть я сначала иду на основную точку, говорю с учеными, а потом уже иду на вот эту точку. Наверное. Я не знаю. Какой-то баг, серьезно. Также военные продолжают перестреливаться. Не знаю зачем. Они вроде бы отбили перекресток спокойно. Но все равно какая-то паника в городе присутствует явно. И это я уже ощущаю на себе. Смотри на радар. Это число врагов никогда тебя не обманывает. Радар почему-то всегда видит врагов. И очень много. Это не может не пугать. Эти чуваки, я уверен, на 200% торговец, находятся в этом здании. Или где-нибудь на тайнике сидят. Специально контрят его, чтобы я не подошел. Они же знают, что он тут есть. Это они у костра сидят? Да, они у костра сидят.
А я... В теории. А я все хае выклинул. Вот мудак. Ладно, допустим, в тайнике есть хае. Смотри, там река улыбочка на радаре сейчас была. Если не видел, промотай. Спасибо, конечно, за минус радиацию и прочее. Заживление ран штука хорошая. Хорошая. Но, блин, жалко мне мои килограммы. Ой, не килограммы, а сытость. Я сейчас начну очень сильно голодать. Рискую максимально. Это риск, чуваки, на миллион. Ну, собственно, я на это и рассчитывал. Я хотел подойти и проверить. Я ж не знаю, на зря нажал их 5. Это все было проделано специально, чтобы сохраниться. Не понял. А это что? Это разве не то? Лол. А, это здесь, лол. Ну, допустим. Ну, допустим. Берем чуть выше. Запоминай, берем чуть выше. То, что сейчас сделал, это был провал. Надо стрелять намного выше. Надо стрелять в два раза, наверное, выше, чем их голова. Перезарядись. Надо на перезарядке нажать в 5. Допустим, будем целиться. Как? Это чё? Я же вроде чётко попал ему в лицо. Взрывчаткой. Как бы с головой-то дружим, нет, игра. Всё, отлетел, здорово. Отлетел еще один. Я ранен, брат. Это число? Это палец, но это число. Оно означает количество выстрелов, которые сделал я противник. Это была не снайперка, и это была... И это была не гаусс-пушка. Ты что делаешь, чмо? Где? Ха-ха-ха! Бей противников их же оружием. У меня нос зачесался. Помоги, пожалуйста, что там летаешь? Мы с тобой разве не друзья? Мне кажется, мы с тобой немного больше, чем просто друзья. Выходи. Ну я знаю, что там сидит, ну уходи. Давай, сколько тянуть можно? Вот крыса. Сидит там до конца. И ведь будет сидеть дальше, понимаешь? Он понимает, что у меня гаусс-пушка. Она, кстати, выглядит странно. Она выглядит, как будто чуваки переделали снайперку какую-то. Знаешь, просто вот нацепили всякую хрень и все. И типа, вот вам гаусс-пушка. В оригинальном сталкере она выглядела... В смысле нейтральный? Здорово. Спасибо за хелпу, так сказать. А, вас много здесь? Тогда вам всем спасибо, получается, надо говорить. Но тут врагов было минимум 6. И почему вы видите только... Кого? А в кого? Бро, мне как бы дамаг ее жесткий в спину. Они что, здание обошли? Реально. Реально здание обошел. Еще. Да не, то, что заклинило, это понятно, это само собой. Это я даже обсуждать не буду. А, то, что оно... Как бы... Это самое, ну ты понял. Это вопрос на миллион, почему так? Ага. Ага. Думал, не пройду.
Потому что это был самый рискованный поступок, наверное, за весь сегодняшний выпуск. Я просто пошел наугад. Я знал, что я должен пройти, и я побежал. Я верил в себя. Также я верю в то, что у этого чувака должна быть гаусс-пушка. Да. Ну, хорошо, хоть тайник появился рядом со мной. Их лутать я, конечно же, не буду. Я лучше отлутаю вот этот тайник. И пойду к нашему любимому профессору. Который должен мне дать какую-то супер, в кавычках, важную информацию. Я не знаю зачем, не знаю кому. Для чего она вообще нужна? Почему ученых надо проводить? Что они вообще собрались делать в Припяти? Припять — мертвый город. У вас локация в виде янтарь намного интереснее, чем весь Припять. Как бы, у вас есть пси-шлем, вы умеете их создавать. Наденьте пси-шлем и дойдите спокойно в X16. Там мозг. Там мозг в лаборатории. Понимаете? Живой. И он как бы думать умеет, да? Там мозг больше, чем кит. И вас-то не интересует? Вам серьезно лучше погулять по... Усас? Это что за Warface? Ха-ха, реально усас! Прикольно. Жалко, он не стреляет, конечно, но... Идея хорошая, молодцы. Разработчики в этом плане умеют юморить. Они серьезно добавили усас в игру. Хорошо. Я даже спорить не буду. Вам лучше, значит, добавлять в эту игру. И что хотят игроки. Вы молодцы, разрабы. Мое дело вам только аплодировать. Где-то в этом разброшенном доме говорят. Говорят, радары всякие, компасы. Должен быть тайник. У меня, конечно, есть идея, как туда попасть. Но, блин, это надо заниматься паркуром профессиональным. Ты смотрел 13-й район? Если нет, то смотри у меня. У меня сейчас будет краткий пересказ. Что было в этом фильме. Опа! И вот тебе, собственно, весь 13-й район, я тебе пересказал только что. Ес! Ес! Так вот надо заканчивать выпуски. Так реально заканчиваются все лучшие выпуски в мире. Одной броней. Все. Игра проводина, смотри. 35, 18. Броня 26, 15. Нет, я все равно останусь в этом костюме, потому что я о нем мечтал, как бы, по идее, с самого начала игры. Это же своего рода Сева. Если бы я еще нашел Сева, это было бы еще круче, в разы. Понимаешь? Эта броня реально топовая. Мне про нее говорили чуваки в комментариях, мне про нее говорил торговый инвентарь. Это мой. Торговый инвентарь, когда я был у этого, у бармена в магазине у Сидоровича. Они реально говорили характеристики его, то, что броня кайфовая, она своего стоит, да, она слишком сбалансированная. Она прям максимально удобно со всех сторон сбалансирована, понимаешь? Там нету ни худших сторон, ни лучших, да, хуже броня, чем у этого. Как его называют, скажи мне. Вот того, что было у меня сейчас, чистое небо. Но зато, она не настолько, вот эти все химзащиты, ожоги, оно все хорошее, это самое. Ты понял, я тебе не буду ничего слова придумать, говорить, это все очень долго и нудно. Я лучше тебе закончу перед этим ученым. Ага. Я лучше тебе реально закончу сейчас перед этим ученым. И буду вырубать. Потому что надо отдыхать, надо сходить попить воды. Я только что приехал из города, мне тяжело очень все дается пока что. В плане прохождения, в плане раздумий. Но я, как всегда, выпуск сделал слишком ботанический, слишком скучный и нудный, потому что я меньше того, что меньше веселюсь и больше говорю логично, понимаешь? Я люблю логику. Мне нравится все мыслить и проходить грамотно и четко. Понял? Ты понял? Здорово, братан. Ты не против, если я поговорю сам с собой? Спасибо, что посмотрели серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем всего хорошего. Всем пока.